Одна из крупнейших управляющих компаний Сургута, управляющая компания ДЭС Восточного жилого района, в этом году вернется в программу по благоустройству придомовых территорий. В прошлом году из-за претензий налоговых органов предприятие отказалось от планов по реновации дворов. В том числе поэтому в 2023-м получилось отремонтировать меньше таких локаций, чем планировалось. На грядущий строительный сезон власти заложили в бюджет расходы на реконструкцию и приведение в порядок 12 внутриквартальных проездов из таких же придомовых территорий. Однако упоминали, что число таких зон может быть увеличено. Те трудности расчеты с ресурсником дали, ну, как бы нам опасение, что подписав соглашение на благоустройство, мы и там завалим, и там завалим. То есть в этом году мы будем делать благоустройство при любом раскладе. При любом раскладе. Даже если мы будем проигрывать суды, мы все равно будем делать благоустройство.